Красноярцы предлагают покрасить 4-й мост через Енисей в бронзовый или серый. Именно эти цвета лидируют в голосовании, которое проходит на сайте городской администрации. В опросе уже приняли участие около 2000 человек. Напомню, голосование запустили после дискуссии на градостроительном совете, где обсуждался облик будущей переправы. Тогда архитекторы Красноярск-Гражданпроекта предложили окрасить мост в бронзу, как и Эйфелеву башню. Ну а специалистам из РЖД понравился голубой цвет. Остальные отдали предпочтение серому. В общем, мнения разделились. Поэтому и было решено посоветоваться с горожанами. Если вы еще не проголосовали, поторопитесь. Это можно сделать на главной странице сайта администрации Красноярска. Итоги опроса подведут в ближайшее время.